В Армавире введены дополнительные профилактические меры после участившейся аварии с участием детей. Полицейские переведены на особый режим несения службы, а в учебных заведениях проводят еженедельные беседы. На базе школы номер 24 для этого создан мобильный дорожный городок и работает комплекс профилактических мероприятий. Мы разработали целую систему профилактических мер, в которые входят классные часы, на которых классные руководители с учениками обсуждают темы, касающиеся правил дорожного движения, а также организации безопасности. На нашем школьном радио ежедневно в эфир выходят пятиминутки, которых детям напоминают о том, что такое безопасность дорожного движения и безопасный путь до дома. На 1 сентября наши старшеклассники подарили нашим первоклассникам памятные подарки, светоотражающие элементы, что также является важным условием для обеспечения безопасности при поведении на дорогах. На уроках ПДД вместе с педагогом младшие школьники повторяют правила безопасных прогулок и поездок, запоминают значение дорожных знаков и моделируют сценарии поведения в разных ситуациях с помощью настольных игр и дорожных элементов в масштабе, близком к реальному. В популяризацию правил вовлечены сами ученики и их мамы и папы. На базе нашей школы функционирует целый отряд инспекторов дорожного движения, юных инспекторов дорожного движения, что очень важно, потому что детки-активисты пропагандируют правила дорожного движения среди других учеников, а помогают им в этом родительские патрули, которые организуют безопасную дорогу в школу и из нее. Воспитать грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения и сформировать навыки осознанного поведения на улице – это одна из главных задач педагогов и родителей. В то же время по вине маленьких пешеходов и велосипедистов с января по ноябрь 2021 года произошло 6 ДТП. Остальные 17 аварий случились по вине водителей, которых призывают быть внимательнее на проезжей части и пешеходных переходах. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.